очень рад и признателен нашим коллегам из федеральных органов власти, из фонда Сколково и нашим коллегам из IP-Chain за то, что организовали и выбрали наш регион для проведения этого замечательного мероприятия, одного из, наверное, а крупнейшего, да, мероприятия такого в деловом смысле в плане интеллектуальной собственности. Для меня большая честь приветствовать от имени Всемирной организации интеллектуальной собственности участников и организаторов Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018. Необходимы такие площадки для того, чтобы осмыслить наши усилия и постараться сделать подход универсальным. Со стороны государства необходимо создать такой механизм, который бы защищал вашу интеллектуальную собственность, а уже ее коммерческое применение – это, безусловно, вопросы рынка. Прекратить воровство интеллектуальной собственности. Создать условия для удобного легального заработка. Спасибо огромное Ленинградской области, спасибо за то, что дали возможность провести такое мероприятие. Проект IP-Chain – это инфраструктура для того, чтобы результаты этих разработок, исследований могли быть доступными широкому кругу их потребителей и, собственно говоря, дальше коммерциализироваться.